День рождения – это самый лучший, самый важный день в году. День, наполненный вашей радостью, цветами, улыбками. Именно такие ассоциации возникают у нас, когда мы думаем про день рождения. Но было ли так у меня? К сожалению, нет. Мой день рождения выглядел совсем по-другому. Ведь мой вес составлял более 100 килограммов. И, конечно же, мне приходилось очень трудно. И мой день рождения состоял из разочарования, депрессии и отвратительного настроения. День рождения все последние годы становился для меня настоящим испытанием, потому что с каким бы атрибутом дня рождения, того, как нам хочется его праздновать по-настоящему, ты не столкнешься, везде тебя ждет разочарование, фрустрация, ну и, конечно же, понимание, что так, как ты хочешь, того, о чем ты мечтаешь, не будет. Ну просто потому, что у тебя огромное количество лишнего веса, и ты не можешь позволить себе. Например, ты не можешь подойти в день рождения утром к зеркалу и сказать: «Ура, мне сегодня там сколько-то лет, и я себя люблю, я забочусь о себе, я молодец». Потому что ты, подходя к зеркалу, видишь не ту женщину, которую ты хотела бы увидеть. Ты видишь женщину, которая ровно год назад на день рождения сказала: «Больше такого не повторится. Начиная с этого дня я буду жить по-новому, изменю свое пищевое поведение, избавлюсь от лишнего веса, и уж к следующему дню рождения я точно буду выглядеть по-другому». Но такого не происходило, и с каждым годом зеркало отражало все больше и больше моего разочарования. Не только вера у моих родных и близких пропала, потому что диет было 100-500, уже я сама переставала верить в себя. Ну и для меня... Я знаю, что для каждой женщины есть такое расхожее выражение: «Мне нечего одеть». Но так для меня это было не просто вот таким: «Ах, у меня не знаю, какое выбрать». Нет, для меня это было самой настоящей реальностью. И доходило до того, что я просто уже даже не пыталась. Потому что каждый раз, когда ты идешь в магазин в поисках хоть чего-то как-то праздничного и подходящего для дня рождения, ну, а не чехла для мебели, ты сталкиваешься с ней, ты сталкиваешься с реальностью, с продавцами, которые глядят на тебя сбоку и раз за разом, магазин за магазином, повторяют: «Извините, ваших размеров у нас нет». И после этого тебе, ну, совсем не хочется праздновать день рождения. После этого хочется заткнуться в свой уголок, плакать. Ну и, конечно же, есть. Собственно говоря, это я и делала. Потому что вишенка на торте единственным, что хоть как-то могло порадовать меня, но на самом деле это была не радость, это было отчаяние. Отчаяние, которое я заедала и утрамбовывала внутри себя, ну, конечно же, чем-то вкусненьким. Потому что наша психика нас защищает, и я каждый раз приходила к выводу: ну ладно, ну подумаешь, еще один годик, еще один годок я не похудела. И, конечно же, ну, обмен веществ у меня уже совсем не такой, как в 20 лет. Ну и уж если я не похудела, ну хотя бы поем. Ну, как обычно, напоследок. Завтра-то же я точно начну стройнеть. И я оказывалась в привычной абсолютно для человека с весом более 100 килограммов обстановке. Тортики, салатики. Ну и хоть как-то поднять свое настроение мне помогал алкоголь. Сегодня мне 35 лет. И я счастлива. И сегодня я перед вами без лишнего веса. Сегодня я в своей, в моей личной идеальной форме. Сегодня я радуюсь и чувствую себя как никогда хорошо. Потому что я наконец-то поняла, что нет никакой проблемы с обменом веществ. Что несмотря на астму и гормональную терапию, я могу снижать свой вес. Главное — идти к своей цели. И я очень надеюсь, что мой пример и пример огромного количества девчонок, которые уже постройнели со всего мира на моих программах, подскажет вам, что если вы, возможно, посмотрите это видео в свой день рождения и будете испытывать ровно все те же чувства, что испытывала и я когда-то. Мне ведь не было еще даже 30, но мне казалось, 28, у меня как раз случился гипертонический криз, я думала, что уже все, моя юность и молодость прошла, а дальше я буду только болеть, потому что организм был не в порядке. А буду болеть, стареть, метаболизм уже замедлился, и ничего хорошего меня не ждет. Не слушайте этот обман, который шепчет вам: сдайся, брось, не продолжай. Это все неправда. Вы можете изменить свою жизнь так же, как я изменила когда-то. Мой вес рос и рос, и продолжал расти. И я наконец-то поняла, что если я не начну что-то делать системно, если я не начну менять свою жизнь, менять свое отношение к этой жизни, то что будет происходить? Ну, конечно же, когда мы ничего не делаем, ничего не меняется. И более того,
Это очень важный момент. Ситуация ухудшается. До 30 лет я столкнулась с такими страшными состояниями здоровья. Когда 28 лет у меня случился гипертонический криз, это было ужасно. Это был чистый ужас в самом прямом смысле этого слова. И тогда я действительно испугалась за свою жизнь, потому что я поняла, что у меня есть жизнь, которую, несмотря на сложности, проблемы, на то, что я толстая и не могу купить себе одежду, что я все равно хочу жить. И что если я продолжу двигаться в том же направлении, либо думать, что я просто ничего не делаю, жду того самого исключительного лучшего момента, когда обстоятельства сложатся идеально в мою пользу, то я просто приведу себя к очень плачевной ситуации. А я люблю свою семью, и я выбрала жить, я выбрала двигаться вперед. И, конечно же, я очень рада, что вы также каждый раз делаете для себя такой же выбор – жить. Любить себя, любить свою жизнь, заботиться о себе, заботиться о своем здоровье и двигаться вперед. Сейчас вы увидите отзывы наших девчонок, которые проходят мои программы, которые в одно время, так же, как и я когда-то, уже отчаялись получить свой заветный результат. Потому что, как и мы все, перепробовали диеты, коктейли, какие-нибудь тренировки. Ну и классика, конечно же, обматывались пищевой пленкой, чтобы хорошенько пропотеть и сжечь жир. Спойлер, это не работает, не делайте так. Просто посмотрите, какие чудесные результаты. И я знаю, что у многих есть, как у меня когда-то, огромное количество отговорок. Ну, у меня здоровье, обмен веществ, еще что-то. Я вас прекрасно понимаю, у меня точно так же есть здоровье и обмен веществ. Но до тех пор, пока вы ищете отговорки, мы не можем продвинуться вперед. А я очень хочу, чтобы вы, так же, как и я когда-то, приняли, возможно, самое ценное, самое важное решение в вашей жизни. Выбрали себя, выбрали свою стройность. Я знаю, что под этим видео увижу огромное количество ваших комментариев с поздравлениями. И для меня это очень ценно, очень важно и приятно. Огромное вам спасибо. Я уверена, что очень многих я сегодня зарядила мотивацией на то, чтобы наконец-то избавиться от лишнего веса, жить свою лучшую, единственную жизнь, быть здоровыми и этой самой жизнью наслаждаться. Поверьте мне, это невероятное ощущение. И когда-то об этих ощущениях я могла только мечтать. Мне казалось, что я никогда не смогу достичь. Если вы понимаете, что только одной мотивации, хотя ее очень много в этом видео, недостаточно. А если вы хотите встать на путь стройности, обязательно приходите на мой бесплатный интенсив. Сейчас мы вас собираем в список предварительной регистрации. Вы самыми первыми получите информацию и обязательно в рамках интенсива ознакомитесь с тем, что 100% нужно делать для того, чтобы получить стройность. Ну и самое-самое-самое ценное. Как сохранить свой результат и наслаждаться своей жизнью. С днем рождения меня! И, конечно, если это видео вам понравилось, зарядило позитивом, классным настроением, обязательно оцените нашу работу, ну и поздравьте меня с днем рождения, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, только счастливых дней рождения!